Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам предлагаю сделать консервные рулетики из лаваша. А также в описании будет второй рулетик, крабовый, тоже из лаваша. Для консервного рулета нам понадобится 3 натертых яйца вареных, баночку консерва. Я взяла скумбрию. Смотрите, чтобы не была жидкая консерва. Если жидкая, то вылейте весь бульон. Он нам не нужен. Лишняя жидкость нам не нужна. Из консервов я косточки, хребты, я все убираю. Мне нравится, чтобы не было вот этих вот косточек. Консервы я распотрошила, размельчила. Вот посмотрите как. И столько вот у меня косточек получилось. Я выбрала их. Ну что, давайте вот этот вот весь ассортимент смешаем. Добавим немножечко майонезу. И будем начинать перемешивать все до однородной массы. Получившуюся начинку мы раскладываем на уже готовый лаваш. Размазываем вот так вот, чтобы он был размазанный. И делаем это все равномерно. Оставляем вот столько на краю сверху. Вот таким образом у меня осталась здесь полоса. А теперь я занимаюсь краешками. Аккуратненько. Видите, вот у меня немножко поломалось. Я подворачиваю с одной стороны и с другой. Я это делаю для того, чтобы, когда я буду скручивать рулет, начинка у меня не вылезала. Ну что, приступаем к закатыванию наших рулетов. Делаем это аккуратненько. Самое главное начать, а потом, смотрите, видите, он закручивается, как по маслу все идет. Все хорошо завертывается. Краешки закручивались ради того, чтобы не вываливалась начиночка. Вот, смотрите, все аккуратненько, нигде ничего не вываливается. Мне удобно положить на досочку. Досочку хорошо убирается в холодильник и убираем часа на 3. Рулетикам нужно постоять в холодильнике не меньше 3 часов, потому что, чтобы начинка пропиталась в лаваш. Вот и пришло время попробовать наше произведение. Отрезаем кусочек и смотрим, что у нас получилось. Ну, смотрите, получилось неплохо. Я результатом очень довольна. Попробуйте сделать дома такие рулетики, и вы сами посмотрите, какие они вкусные получаются. Приятного вам аппетита!